Добрый день, меня зовут Наташа. Сегодня мы на Рамиле, на нашей дежурной жертве, будем наклеивать гримерные детали с растворимым краем. Это быстро, практично и, главное, не требует особых навыков. Для нанесения этих деталей нам потребуются некоторые материалы. Во-первых, это клей. Клей бывает двух видов: акриловый на водной основе и силиконовый. Потом это ацетон, химически чистый для сведения края детали. Следующее это спирт для использования специальных гримерных красок. А потом это очиститель, чтобы вымыть нашу модель, и он смог выйти в свет красиво. Чтобы он был совсем красивый во время нанесения деталей, мы будем использовать кровь. Бывает жидкая, бывают кровяные сгустки. Можно использовать и то, и другое, можно в отдельности на ваше усмотрение. Пудра или антишай, в зависимости от вашей задачи. Кисти, шпатель, ватные палочки, ватные диски, гримерные краски. Все по минимуму, можем начинать. Здрасте! Сегодня мы будем клеить шрам. Шрам номер 10 из нашего каталога. Шрамы с тонким разводимым краем на картонной подложке. Снимаем аккуратненько, быстренько, удобненько. Итак, у нас есть Катя. Катя молодец. Сначала примеряем шрамы. Можно просто приложить, запомнить на глаз, можно поставить какие-то контрольные точки с помощью карандаша косметического, кому как удобно. Все шикарно. После этого поклейка. Примерились, отлично. Клеим. Я буду использовать акриловый клей. Нам нужна для этого ватная палочка. Наносим сначала тонкий слой на саму деталь, потом тонким слоем наносим на кожу актера. Ждем, пока чуть-чуть подсохнет. Можно просто подождать, можно использовать фен с холодным или супер-супер теплым воздухом, таким чуть-чуть. Если где-то все-таки склеился тонкий краешек, можно взять ватную палочку со спиртом и немножечко подтереть клей именно в том месте, где образовалась ненужная складка. Подклеиваем края. Все, детальку мы приклеили, теперь переходим к разведению тонкого края. Используем ацетон, ватную палочку. Самое важное при сведении тонких краев – не тереть деталь и как меньше тереть кожу актера. Хорошенько запудриваем край детали и саму деталь, чтобы избавиться от лишней липкости, если она вдруг появилась, и убрать ненужный блеск. Если у вас актер будет работать долго, если это не быстрая фотосессия или вечеринка, то можно протамповать край детали с помощью спонжа, клея, немножко наносим по всему периметру детальки. Просушиваем 2-3 слоя. После этого край будет еще более нивелирован, шрам будет сидеть очень долго и очень надежно. Итак, мы наклеили деталь, свели края, у нас все очень красиво, модель жива. Мы будем пудрить. Пудрить можно чем угодно, начиная от рассыпчатой телесной пудры, заканчивая детской присыпкой. Я буду использовать прозрачную пудру.
Мы приступаем к покраске. Покрасить шрам можно чем угодно. Кто-то использует аквагрим, кто-то косметику. Мы будем использовать спиртовые краски, а также некоторые используют стандартный жирный театральный грим. Перво-наперво будем подтягивать наоборот цвет шрама к цвету кожи. Он у нас очень хорошего цвета, практически похож. Главное при покраске это не красить только саму деталь. Красим и сопутствующую рядом зону кожи, чтобы свести на нет разницу цвета. Человеческое лицо, человеческая кожа имеет красноватый подтон. Сначала мы красим красным, потом можем использовать чуть более темного красного. И уже переходим к телесному цвету. Телесного цвета тоже можно использовать два. То есть не стоит использовать только один цвет телесного или один цвет красного, чтобы у нас все-таки была какая-то игра света, потому что человек пятнистый на самом деле. Пробуем. После того, как нанесли светлый тон, как в любом художественном произведении, отходим немножко назад и смотрим по всему лицу, как это у нас сочетается не только со щекой, которую мы сделали, но вообще с общим тоном кожи. Отойдя, я вижу, что немножечко нужно добавить темного. Вот, стало лучше. Сейчас следующим этапом продолжения покраски будем красить шрам внутри. Исходим из принципа, где глубже, там темнее, где выше, там светлее. Переходим к нанесению крови. Опять же, как при любой художественной работе, если вы будете использовать хотя бы два оттенка, все это будет играть намного живее. У нас есть два вида крови. Одна потемнее, другая посветлее. Лучше использовать несколько оттенков любой краски. Посветлее, потемнее, тогда будет более живое изображение, и будет это более естественно смотреться. Будем использовать темные сгустки крови, наносим их в самые глубокие места. Если у вас шрам просто старый, с запекшейся кровью, еще не обработанный, то можно просто везде поставить густую кровь, и тогда без дополнительной жидкой крови. Все, мы закончили.